В Дагестане вновь вводятся ограничительные меры. Постановление подписал в Рио главы Дагестана Сергей Меликов. С 21 июня действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Он вводится на 14 дней. Отметим, что ограничения не будут касаться граждан, которые прошли полный курс вакцинации. Помимо этого, с сегодняшнего дня в регионе введен запрет на проведение торжественных и развлекательных мероприятий за исключением открытых веранд с числом участников не более 150 человек. Также запрещена работа организации общественного питания с 23:00 до 6:00 утра.